Здравствуйте, друзья. Вот и наступил понедельник. Где-то уже часа полтора ребята работают с утра. Но тут изменения быстро происходят, потому что, видите, фанерка. Там буквально там два парня или три ходят, но быстро-быстро закрывается вот та структура, которую мы видели. Поэтому чисто внешне так изменений много. Вот. Я чувствую, там сейчас нам скажут, а вот фанерка, такие сучки на ней. На каждой фанерке есть печать такая, и там, ну, может быть, вам видно, может быть, не видно. Я сейчас подойду поближе, и вот отсюда вам ее попробую показать издалека. Наведу. Вот там есть печать, которая говорит, что фанерка-то инспектором проверена и соответствует там какому-то уровню качества. Вот это подтверждается, как положено все. Значит, я на всякий случай, я уже привык, что там все время говорят, что тут и неумехи, и жулики, и придурки, и в общем, значит, вот, пока вот так. Значит, просили показать от забора и до обеда, от забора показать весь фронт, так сказать, строительства. Ну вот, вот дом, вот к нему пристраивается. Я сейчас попробую пройти вот тут. Видите, соседский забор соседа надо будет менять. Он старенький, надо было менять, но мы хотим дождаться, пока стройка кончится. Вот я тут, можно сказать, прохожу в самый уголок, вот сюда. И сейчас я в этом уголку развернусь. Так, ну пошли. Просто чтобы вы видели, на каком мы свете. Вот. Так, так все выглядит. И вот эти изменения, которые видите сегодня, по сравнению с тем, что мы в субботу так спокойненько проходили и посматривали, вот, это произошло буквально там за полтора часа. Они тут довольно быстренько так прыг-прыг. И все, фанеркой отбивают. Такой вот отчет о происходящих событиях. Я не знаю, стало ли вам лучше видна панорама, чего бы то ни было, но раз просили. А вот кипарисы, вот эти красавцы тут стоят у соседа. Вот. Так что дизайнер, когда проект предлагал, как делать, он сказал, знаете, ребята, мы можем делать на соседей, вот туда, слева от меня, вот в эту сторону. Но тогда вы, кроме крыш, ничего не увидите соседских. Вот так-то. А тут вот красивые кипарисы, давайте так поставим, чтобы было видно. Ну, и мы и согласились. Вот такая история.